Ну давай. Бум. Ну-ка, или это та же будет? Я поглядим мы с тобой. Я думал, это не такой человек. И она вырубает телек. Все пропало. Уходи. Хоба! Всем здорова! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть в Аманду Путешественницу, и уже у нас осталась последняя концовка, ребята, четвертая. Вот, в принципе, ее легко получить, но перед этой концовкой на самом деле надо кое-что сделать, а именно посмотреть все секретные кассеты. А нашли мы, на минуточку, только одну, вот эту вот желтую. Да. Чтобы ее получить, ребята, как ее получить? В принципе, все легко. Это надо зайти нам. Ну, тут вот эти вот... Можем просто сейчас сразу я вам покажу, ребята. Давайте сразу же. Вот, на кухне. Чисто на кухне врубаем. Аманда. Да-да-да. Пишем там, я не знаю, персику. Ну, там, понятное дело, что там не влезет так. Нож. Нож нам нужен. Вот, отлично это. Пофиг на это. И, короче, он скажет, мой любимый персиковый. Вот, в принципе, мы можем остановить. Там, а, не, еще не появилось. Нам нужно, чтобы это появилось. Значит, смотри, выбираем это. Все, замечательно. А, смотри, нам говорят 425 градусов и 40 минут. Смотри, какие у нас фрукты тут, да? А нам нужно зайти сюда. Да, вот персик. Смотри, вот персик. Сюда мы его кладем, ребята. 40 минут. 425 градусов. И вот так вот делаем. И сейчас что у нас произойдет? Там кассета была. Ну ты понял. В общем, эту кассету мы с тобой берем. И давайте поглядим. Вот. Надо, короче, все найти. Но это-то легко, это у меня найдено. Где же наша именинница? Мои карманы деньги обычно у мамы. Все, что он там говорит, обычно у мамы? Ора, ну давай же, у нас для тебя сюрприз. Вот что у меня есть. Кто это у нас будет сегодня? Она со своей лучшей подругой. Эта передача вообще не заканчивается. Похоже, она меня даже не слышит. Давай обсудим новые правила просмотра телевизора. Знаешь что, погоди-ка, дай-ка я попробую. Ну-ка, батя, разрули, батек. Лорен Мэрин, мы приготовили для тебя любимые мятные с шоколадной крошкой. Ох, родной, нам бы сейчас такое по мороженке такое. Лорен? Все хорошо? Ну, конечно, все хорошо. Дочь, правда, куда-то там... Куда-то убежала, дочечка. И Аманда такая говорит. Обожаю мятное мороженое с шоколадом. То есть она, понятно, она существует, она живая, все дела. Вот, вот у нас первая кассетка, ребята. Вот. Вот, вот, пацаны, это отлично. Первая кассета есть. Мы ее с тобой, ну не знаю, вот на полочку куда-нибудь, пусть там где-то поваляется. Первая есть. Вторая кассета, здесь надо, короче, найти, по-моему, где-то вот здесь. Да, вот, потайной, вот такой вот горшок, прикинь. Вот, ну, в общем, да. А, поливаем его, чуваки. Кап-кап. Сейчас смотрим, что у нас там вырастет, сейчас поглядим. Вот что-то растет. Вот. А, выросло, да? Выросло. Смотрим. Видишь вот этот цветочек? Мне надо этот цветочек дать ей. Смотри, раз. Спасибо, это мой любимый цветок. У меня для тебя сюрприз. Получено достижение прятки. И она мне дает, короче, вот такую синюю кассетку. Вот. Смотрим, ребята, смотрим, что у нас здесь. Ого, что это у нас тут такое, блин? Это, я так понимаю, продолжение, ребята, это продолжение. Что вот там было? Угу. Сейчас что-то начнется.
Что-то он говорит. Или что, ничего не говорит? Не, они что-то разговаривают. А где субтитры или что-то такое? Странная фигня. Интересно, да? Вот что-то она написала там, типа, ну все, окей, иди. Пускаем. Не знаю, баг ли это или нет, но никаких субтитров. О, опа, опа. Может, сейчас что-то станет понятно, какой охранник, смотри. Так, пускает куда-то. Какая это комната? Жутко капец. Все! Не понял. Честно скажу, не понял я немножечко. Вот. И кого знает что. Ладно, хорошо, хорошо. Давай, короче, испекем, как просят нас. Нам потому что нужна... Вообще... А слушай, я могу на нем сразу сыграть? Или, по-моему, нет. Так, давай засовываем. Вот, кассета у нас есть. Ой, район. А. Так. Отличная работа, все дела. Вот эта штука у нас открылась. Вот эта штука у нас открылась. Так. Ага, кассету мы... Несчастные случаи. Так, хорошо. А включи кассету с акцентами этой в пианино. Про вместо врача ответь никому. Во, бродяга тоже подсказывает, говорит. Сейчас, сейчас, сейчас. Так. Пробуем, пробуем, ребята. Вот это уже следующая кассетка. Так, тут у нас колено. И тут... Никому. Не думаю, что этот человек поможет. Никто. Получен достижение, печальное право. Правда. Давай отведем куда-то сейчас. Получен достижение, типа, боюсь, что правда. Как? Пец, да? Вот! Кассета! Новая кассета, ребята, появилась красная. Капец. Это ужасно. Ну, короче, да, мы сейчас его вылечим, все дела. Ладно, отлично. Теперь красную кассету. Давайте поглядим, ребята, что теперь будет. Да, это, конечно, ужасность. Прошло 3 недели с тех пор, как пропал местный телепродюсер Сэм Колтон. У полиции нет идей, где он там. Колтон — создатель Аманды и путешественницы. Это детская образовательная телепередача, ставшая невероятно популярной среди детей. Но с исчезновением Колтона будущая программа остается неясным. В прошлом году права на телевизионный проект с участием дочери Колтона Ребекки приобрела компания «Хамелеон». По мере увеличения бюджета и стоимость производства, планируют вывести ее на национальный уровень. Приобретение программы «Хамелеон»... Хамельн. Да, «Хамелеон». А вдобавок ко всему, в новых эпизодах «Аманды путешественницы» были затронуты темы, которые не понравились родителям. Мои дети по-прежнему очень любят эту передачу, но теперь она изменилась. Как-то раз я зашел к ним в комнату и услышал, что Аманы, что мама и папа не всегда правы. Опа. Что это вообще такое? Я считаю, что детям нельзя говорить подобное. Мне пришлось переключить канал, а детям сказал, что телевизор просто брахлит. Вот так вот. По-прежнему не ясно, как исчезновение Колтона повлияет на участие в проекте его дочери, Ребекки. Мы связались с Хамель...
по поводу интервью. Однако ее представитель отказался от комментариев. Вместо этого они выражает озабоченность, оставив как программу, так и свою дочь. Мы не будем строить догадки о причинах. Также призываем общественность к уважению частной жизни Ребекки Колтон. Ей требуется время, чтобы прийти в себя после этих неприятных событий. На данный момент местные выступления Ребекки отменены, в том числе сбор средств в общественной библиотеке. Читательский марафон «Кудряша» запланирован на вечер. Не беспокойтесь, Аманда никуда не денется. Это ужасно звучит. Остается верна своему телевидению этой драгоценной передаче. Несмотря на заявление, полиция не выдвинула никаких о причинах исчезновения Сэма Колтона. При поступлении новой информации мы обязательно поделимся ею с вами. После рекламной паузы мы встретимся с Запо. Запо. Мы вернемся. Да. Это я, твой друг Скип. А со мной, как всегда, мой верный пес Чип. Гав-гав. Чё, блин, это было? Не понял. Так, ребята. Привет, я Аманда. А я Кудряш. Сейчас еще одну кассету мы должны получить. По факту это вот просто правильное построение, ребята. Так, яблочный. Окей, пусть так и будет. Так, яблочный пирог. Сначала нам нужно нарезать яблоки. А чем же нам их нарезать? Так, нож. Стоямба. Стоямба, вот смотри, мы нашли с тобой раз, два, три. Три кассетки. Ребят, вот они как-то интересно, да, так? Смотри, мы что делаем с тобой? Доводим эту духовочку вот так вот. На максимум ставим 575. Все, там сразу изменилось. Там сразу изменилось, видишь? Кричат. И смотри, что у нас тут появляется. Мясной пирог. Что нам для этого нужно? Сыр. Сыр, чувачки. Вот сюда вот. Так, бедный мышуни. Мы его сюда. Дальше картошечка нам нужна. Картошечку мы получаем вот так вот. Ребята, раз. Все там пока капает. И что там нужно еще? Так, да, грибы. Грибы там были. Надо было сразу забрать, пока там это растет. Вот такое вот блюдо. Ужасно, ни в коем случае не готов. Ребят, капец, просто капец какой-то. Вот, есть. А 525 на 50 минут. 525. Бабахаем. Получается кассета. В твоем районе. Вот. А зачем это нужно было? Сейчас смотри. Что получается? Что получается? Бедный Рататуй. Я Кудряш. Вот. И нам что нужно сделать? Значит, сначала, я не знаю. Она скажет, сейчас мне туда не нужно. Думаешь, это смешно, все дела. Ее это бесит, да. Вот мы заходим сюда. 24/7. Заходим. Ну, я не знаю, можно это по идее не... И вот это вот. Вот это вот, чуваки, надо сыграть. Да. Я даже музыкальную школу оканчиваю, ребята. Уже даже не помню, честно. Честно. Это для меня просто ад был. Меня заставляли. Короче, надо сыграть. Прямо сейчас. Вот. А что нужно, как сыграть? Ну, нам... Так. F. A. S. А, Д, Е. Вот, получено достижение Бетховен. Все. Все. Стопроцентной гарантии я не даю, что именно вот эта вот партейка, это оно и есть. Понимаешь? Как бы, но, по-моему, это оно, ребята. Тут, в принципе, а ну-ка, погоди, ноты. Ну, блин, тут, да, ну, это непонятно. А, ладно, Си. Короче, это зеленая кассетка. У нас есть, имеется, ребята. Все, сейчас нам надо быстро... Случилось кое-что плохое. Во. А, там вот еще, кстати, ноты были. Ну, может, ну, короче, вот. Мне просто написали код, а так, может, ты сам бы как-то допер. Я не знаю просто.
Так, эта открытка не подойдет. Думаю, это не нужно. Так, выбери открытку. Да, надо, чтобы быстро это... И вот сейчас она ругаться будет очень. Давай, 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 быстрее. Мне просто надо... Надо быстрее, чтобы это закончилось, и кассету поглядеть. Так. Кудряш. Вот, кудряшу все нормально, досталось. В твоем районе у нас вон там книга. Так, зеленая кассетка, ребята, смотрим. Смотрим теперь. Что теперь? Давай смотреть. Итак. Перерыв на кофе, ребята. Тан-тан-тан. Оу! С вами перерыв на кофе. Сегодня у нас в гостях Сэм Коутон, создатель известной детской телепередачи «Аманда Путешественница». И должна сказать, это человек, с которым очень приятно. Спасибо за приглашение, а мне ничуть не менее приятней. Я наберу 10 килограмм, если на кухне все время будет это вкуснейшее печенье. Разве можно пить кофе без печенья? Сэм, в прошлом году вы начали работать над «Амандой Путешественницей» прямо здесь, в этой студии. Теперь весь город без ума от нее. Вы могли представить, что ваша передача станет такой популярной? Честно говоря, нет, Сэдди. Это произошло совершенно неожиданно. Эпизоды получились довольно... Как это случается, когда задумок много, а денег мало? Little budget. Не уверена, что о чем я... Ну, детям все это не важно, они видят душу. Ох, ваша передача действительно сделана с душой. Знаете, я должен поблагодарить нашу библиотекаршу, мисс Кейт. Она очень болела за этот проект. Кажется, она рассказывала о нем нам на каждом мероприятии. Похоже, что немногим детским телепередачам сейчас удается быть развлекательными и в то же время учить чему-то детей, верно? Ага. Что вдохновило вас на создание «Аманды»? Я хотел создать передачу, которая рассказала бы детям о том, что наш мир — это волшебное место, что нас повсюду поджидают приключения, даже по соседству. Наша передача — ода детскому воображению. Но на самом деле все это благодаря Ребекке. Стоило моей чудесной дочери появиться в моей жизни, на меня тужды. Она была совсем крошкой, когда я удочерил ее. О, и несмотря на все невзгоды, она всегда оставалась открытой и доброй. Она мое солнце. И безмерно счастлив поделиться ее светом с другими людьми. Да, она и вправду невероятная. Она очаровательна в своем образе. И вся передача в целом такая милая. Спасибо, Сэдди. Как думаете, Аманда Путешественник ждет большое будущее? Что-то нет. По правде говоря, со мной уже связались по этому поводу. Мне предложили сделать передачу анимационной. Пока что больше я сказать не могу, но задумка мне очень понравилась. Кажется, что мои мечты сбываются. Я бы так хотел показать наш удивительный мир большому числу детей. Похоже, что моя скромная передача может оказать большое влияние. Это потрясающе. Сэм, большое вам спасибо за то, что поговорили со мной за чашечкой кофе. Нашему городу очень повезло с вами. И с Ребеккой. Смотрите в следующем перерыве на кофе цветочной композиции на все случаи жизни. От новой жительницы нашего района Роуз Мэтьюс из букета роз. И до тех пор пусть ваш кофе не остывает, а разговоры всегда приносят радость. Да. Вот так вот. Кукис! Да, как замечательно, да, вроде так хорошо, все великолепно, ребята, просто вы поглядите. Дальше нам нужно что-то такое интересное сделать. Короче, что мы делаем? Это мы не разукрашиваем, все дела, это мы все получали, понятное дело. Нам нужно здесь ввести goods, ребята. Вот сюда. Есть. Дальше, что мы делаем? Что мы делаем с тобой? Открывается кассетка, получается. Вот такая вот кассетка. Что такое семья? Вот, нам нужно вот это вот. И сейчас вы офигеете, что нам нужно сделать на самом деле, ребята, чтобы дальше секретную кассету. Так, веселая, милая передача. Вообще, самая...
Короче, смотрим куриц. Как зовут, короче, папу петуха? Вы сейчас офигеете. Нужно вести Сэм. Что? Повтори! Как ты... Проблемы с отцом. Куда пойдем дальше? Думаю, пора навести овец. Испуганная, блин. Можешь сказать мне, где найти овец? Так, вот тут вот. Ладно, ладно, идем. Туда надо ввести. Все. А, хорошо. Теперь у нас вот кассета фиолетовая появилась, ребята. Вот зеленая, тут она должна быть. Смотрим дальше. Что же здесь у нас? Давай поглядим. О! Что-то интересное, смотри. Интересно. Отлично, Ребекка, давай. Пока. 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 Супермен. Пирогмен. Суперпирог. Б. Барашек Б. Что это? Что она читает? Несколько простеньких слов. Видите ли, этот сценарий специально настроен для тренировки динамической голосовой реакции технологии. Для чего? Прекратите это. Сэм, почему вам не прогуляться пару минут? Там осталось еще совсем... Нет, я не хочу это делать. Ребекка, что случилось? С кем ты говоришь? С человеком в наушниках. Там никого нет. Она расстроена. Ты зашел слишком далеко. Давайте сделаем перерыв. Ребекка, давай, ты выйдешь, а мы... Ой, блин. Жесть! Просто жесть, ребята! Вот еще одна кассетка. И теперь... Ведро наполняем водой, робота обливаем. Вот. Мы это, в принципе, уже делали. Смотри, для какой-то истинной концовки... Нужно нам сейчас еще раз сказать, что да. И тогда, типа, мы станем друзьями. Но как это произойдет? Ну, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, как это произойдет. И нам нужно еще одну вот эту вот концовочку, вот эту вот, сказать. Мы просто все вот сейчас кассеты нашли. И надо сказать. Оказывается, тут кассет всего 5. Я не знаю, почему вот это 6, но вот нету. То есть мы так поглядели, посмотрели. Да, братан, извини. Да, я тебя не забуду, не переживай. Давай, родной. Так. Хорошо. Может, 6-я супер-гипер-мега-секретная. Но пока никто не нашел и никто не знает, ребят. Даже я там поглядел, я подумал, что-то... Вот, это другая кассета, ребята. Это вот «Давай делиться». И вот сейчас нам нужно сказать, после вот найденных всех кассет, типа «Да». Еще раз. Мы это, правда, получали в предыдущей, да. Тут можем мы сказать, я не знаю, ну, сыр. Это я люблю. Вот, скажем сейчас да. Sure? Точно, это большой секрет? Ну, это мы знаем, да. Somewhere. Мы увидели. Ну-ка, ачивку дадут. Вот. Мне вот это интересно. Ну, это жесть, конечно. Родная, успокойся, пожалуйста. Кирпичик, слава богу, был. Ну давай. Бум. Капец, конечно, полный. Бедный телек, вообще, бедный телек. Ну-ка, или это та же будет? Я поглядим мы с тобой. О, получено достижение! Конец! И она... Ты слышал? Ты слышал? Она вошла... Вот! Вот оно что! Господи, я немного... Просто вот... Да. Все точно так же, но только вот... Кто-то постучал. Кто-то постучал, пацаны. Это, скорее всего, она. А теперь мы... Пробуем говорить нет. Она и вошла, да. Там она была. Можно сразу пропустить, пожалуйста? Нет. Ты не увидел? Не, я не увидел. Там реально она была? Блин, я не увидел, ребята. Я просто не увидел. Я потом пересмотрю. Блин, я хочу потом пересмотреть. Там реально она была. Пу ты, блин. Ладно. Короче, она там была. Окей. А теперь мы еще раз продолжим.
Опа, новая... Смотри, смотри, вот она, шляпа, ты гляди! Опа! Опа! Вот это круто! Так, теперь... Вот просто, ребят, реально, смотрите, тут 5 кассет, ну вот, ну как будто вот... Ну зачем? Зачем они добавили эту полочку? Ну это вот, ну... Ой, блин. Ой, блин, пацаны, ну как же, а? Ты смотри. Блин, надо было в ту сторону, ну ладно. Так, сразу открывается у нас, наполняем ведро с водой. И робота надо сразу. Да, сейчас будем, нет. Ляпа! Да. Меня вот это очень смущает. Что, где это секретное? Где это секретное, не знаю. Давай, братан, бырей. Я потом пересмотрю, мне прям интересно. Неужели, неужели она там? Блин. Ну хотя, ну что? Бам! Опа. Интересно, голову эту можно взять. Ля, родной, куда эту голову? Блин, сейчас по любасу, там еще куда-то ее надо, там... Не знаю, в духовку там надо, я не знаю, да, родную, закрывай. Не знаю, пацаны, я не знаю, тут ничего. Если вдруг будет что-то вот такое понятное, то сниму еще ролик. В общем, так. Ням-ням. Так, и говорим нет. О. Я думал, ты не такой человек. И она вырубает телек. Все пропало! Все пропало! Че за фигня? Как? Уходи. Получено достижение бессмысленный конец. Но это, кстати, неплохой тоже конец. Как бы, скажем так. Ребята, скажем так, это неплохой конец. И, ребят, на данный момент все. Все, правда, я пока не знаю, что там еще снять. То есть мы игрушку прям всю вдоль и поперек прошерстили, посмотрели. Надеюсь, тебе понравится. Я, понятное дело, что там делаю нарезочку, потому что мы так-то долго на стриме играли вообще прям. Вот как-то так. Но. Вот, вот, появилась. Видишь, какая она? Вот она. Короче, 5 концовок, офигеть. Сейчас, прикинь, там 6-я как-нибудь. Там надо где-то отсюда взять кассету, еще что-то. Но это в следующий раз уже. В следующий раз. Ребята, обязательно ставьте свой жирненький царский лайк. Залетайте в Телеграм. Бай-бай, дорогие братишки.